Ну что, ребят, всем здорово, сегодня вас ожидают офигенские гоночки с рампами и т.д. и т.п. Сегодня будем играть Джека и Веталем, давайте, здоровайтесь. Всем привет, друзья. Вот. Everybody dance now. Да, это, короче, капец, сейчас, короче, надо убить вот эту вот. Ебать, я куда-то ракеты пустил. What the fuck? Почему оно не поворачивает? Блин, ой, я убил кого-то. Лол, чё, пацаны, как у вас впечатление от этой карты? Мне нравится. Я что-то не знаю, как это здесь полнейший хаос, по-моему, твою мать. Слушай, сюда нужно добавить табличку. Аккуратно, блин, падают машины на голову. Как отреспаться? Эф, держи. А как это? Как перелететь ту фигню? Я не могу ее нормально перелететь. Какую, блядь, фигню? А правее, наверное, бери лучше. Вот, все, я нормально. Твою мать, я походу ни хрена не перелечу. Ну что-то да. What the fuck? Лола, я пацана убил. Как меня еще странно не убивает никто. Ну, этот пацан, вы там поаккуратнее, окей. Я чисто так. Я вообще не понимаю, как это можно что-то делать, поэтому я буду тыкать на рандомные клавиши, блин! Вот, блин! Вроде как. О, стоп. Твою мать! Я прям перечекпоинтом убился. Тихо, нет! Сейчас я вас догоню. Это капец. Я 6 из 6. На первом месте был. What the fuck? Пацаны, я 6 из 6, это капец. Твою мать, как я так... Твою мать! Ох, блин, я так обидно сейчас пролетел. Вы понимаете то, что я еще до второго чекпоинта не дошел? Нет. Я тоже ни хрена не дошел, это нормально. А изи, я на первом месте почти, а? Состановлюсь я. Вырос, блин, да че ж сейчас, сука? Вот, вроде я как перелетаю... Да что? Че за... Тихо. О, отлично. Я выпрыгнул с машины и куда-то хуил. Короче, нормально. Ох, сейчас буду, короче, пацана взрывать. Ой, я твой воздушный этот стану. Опля, на тебя. Ну вы же там где? Ты чё? Твою мать. Ну, вот просто ты, я не знаю, как тебя назвать. Нет, ты реально, сорян, чувак. По-братски было, но не по-братски было. Нормально, что сейчас было? Это я убил чувака. Вера, ты чё делаешь-то? Ты это, если будешь меня толкать, я тебя тоже могу слить. Нет. Нет! Блин, Берек! Ты видел? Какого? Блин! Хорошо, я еще даже до второго чекпоинта не дошел. Ты до второго не дошел, это я еле-еле дошел. Я на 5-м месте. Кстати, как у тебя там Жека дела? Ты что-то там как-то затих? Я вообще на 6-м. Я не знаю, я просто вылетаю. Я в задницу не могу даже перелететь. Твою мать! Я дошел. Кто батька? Вот я сейчас на втором. Вот когда летишь вниз, походу. Нет, да блять, что за хуйня? Я че с тачки выпрыгнул? То есть, пацаны, до третьей позиции, кстати, походу никто практически не дошел, потому что я когда летел вниз, я уже был вторым. Твою мать. А сейчас это. Ой, я третий, ничего себе. Пацаны, кто со мной тут рядом? Не я. Я начал с второго чекпоинта. Опа! Я второй! Ура! Пипизюк такой, ептал, твою мать. Пиздюк, короче, все, Берик, я сейчас тебя перегоню. Слово этого мужика даю. Блять, хуй там сюда. За мужика даю. Я вылез вообще не по аппетиту. Пацаны, кто на каком месте? Я на 6-м. Замечательно? Слушайте, ребят, я на 6-м месте. Нормас. Твою мать, я долетел куда-то! Я на 3-м чекпоинте! На 3-м, а я на 2-м, кстати. А, там чувак, кстати, уже финишировал. Пиздец, я на 1-м, блядь, я на последнем месте никак. Блин! Я пролетел от финиша просто миллиметр. Че, уже до финиша, блядь, дошли, ёбанутый. Пиздец. Ну, капец. Да что за хуйня, блядь, я перелетаю эту рампу, блин, черт. Это хуйня, да. Нормально, офигенская карта, чувак. Да, блядь, я вообще не лол. Начи, сука. Стоять! О! Прилетел. Ах, блин. О, пацаны, я на следующем чекпоинте. А я уже все, я закончил гонку. Да. Сейчас будет самое интересное. Ну что, ребята. Давайте. Сейчас устроим. Так. Ох, чувствую. А кто передо мной? Я, по-моему. Я сам. А что там парень сзади перевернутый стоит? Во-во-во-во, погнали. Everybody, пихайся. Хочешь что? Покажу. А нет, я не взял ее! Я, блин, думал взрывать вас всех.
Как опа, опа. Я вылетел. Ой, твою мать, Виталька. Лол, пацан тоже улетел. Ну, Виталька. Ух, твою мать. Это я был. Лол. Блять, я взорвал. О, я перелетел куда-то. Геном, что и куда я лечу? Геном, ты меня... Эй, чё? Ну, всякое бывает. Куда я улетел? Я вниз, походу, лечу куда-то. Я тоже, какого хрена? Мы что-то неправильно сделали? Нет, все правильно. Опа! О, нормас, нормас. Готовьте подушки безопасности. Говно приближается к цели. Ой, оп, твою мать, я ничего не понимаю, что происходит. Ой, я упал. Господи, господи, я уже давно упал. Блин, кусты! Я выпрыгнул из гребаной машины. Блин, тут кусты вообще капец. Ну чё ж тут кусты? И чё ж тут кусты? Это кусты. Это кусты, это кусты. Капец, я отстаю от всех, я на четвертом месте. Блин! Да, Берик, я на блядь, геном, кто там? Ты, блин, я не взял чекпоинт. Ну, так! Так, ну... аккуратненько, аккуратненько. Тут, блин, эти вибраторы вообще не управляются. Ебать! Да блин, да я тут в кусты эти врезаюсь, твою мать! До свидания! Эй! Жека! До свидания! Ох, твою мать, я куда-то перевернулся. Изи дрифт, я на первом месте. Воу-воу-воу-воу! Ничего себе, вот это нормально. Вот это чётенько. Так. Так. Ох, твою мать! Я финишировал! Йоу! Рили? Какого хрена? Если 100 долларов поставил, знал бы, поставил 1010. Ой-ой-ой-ой-ой. Твою мать. Ой, я тоже финишир, блин, надо было заниматься вас поподрывать. Ну, вроде так. Как получилось сильно изи, но вот эти вот кусты меня очень сильно смущали, я вам хочу сказать, парни. Так, ну что? Следующая гонка? Ага. Следующая гонка у нас на седанах. У меня седан бронированный, у меня... Вы меня, кстати, с первого раза не вынесете. Почему? А, да, ты же бронированный. Мы с тобой одинаковые, блядь. Мы с тобой хуйку не перенесли. Лол, я пацана уже скинул. Так. Друзья, у меня побольше машинка, чем у вас, кстати. Ёп, твою Барик, мать. Барик, твою мать! И куда мне? Куда ехать? Куда ехать? Виталька. Блять, а куда реально ехать? Я вообще не знаю. Я не понимаю, друзья. Ой, я нашел. Да? Налево? Я промазал. Ебать, копать, вот это, блядь, баш, горка. Ой, твою мать. Ой, я попал. Ну, блять, красавчик. Я чуть не туда, кажется, поехал. Она в воздухе находится-то? Твою мать. А где точка? О, я долетел. О, кто это? Где точка, блять? Да твою мать! Снизу, чисто снизу. А, на снизу? Да, нужно пролететь. Ну я, короче, вообще пятый из пяти, и... Мне хотя бы как-то спуститься надо. По-нормальному. А я тут гонюсь задним пациком, блин, так. Я себе всю машину уже раздолбал. Отлично, все, я сейчас, короче, я думаю, что долечу. О! Да, на реально. Я уже далеко от вас. Я уже все двери потерял. У меня вас. Ой, сука. Виталька, здравствуй. Ты где? Это ты? Ну что тут взрывается? What the fuck? Мне кажется, или мы не в ту сторону поехали? Там вправо по дороге. Что, блядь, как мне, сука? В смысле? Я же взял тут чекпоинт. Меня, блядь, убил? Ах ты ж насос, ебать. Тут нужно бомбы кидать. Оба, че? Я не понял, какого Тут обратный чекпоинт. Я его не взял просто. Ну... Я на четвертом месте, ёбаный. А я на втором. Это капец! Это просто капец, ребят. Ну, это, подождите меня, плиз. Да, конечно. Уже стою, дожидаюсь, Барик. Да, давай, я сейчас приеду. Тебе такси вызывать. У меня машина... Ох! Залетел! Твою мать, я... Да, залетел! Ебать, там рампы, я херею! Там рампы? Там рампы. Что у меня на этой бронированной тачке ускорение? Это чмоки-чмоки, нормальное такое. Пацаны, я уже на втором круге. Тут ты два круга поставил? Да, тут два круга. Нормально. Блять, да куда же я полетел, сука, я походу перелетел всю эту хуйню. Блин.
вы это, не материтесь там. Ну я перелетел. Я сейчас конфу нахуй кину. Ради ты. Нашел. Ой, Виталька, здравствуй! Ай, привет, мой дорогой зайчик, сладенький пупсик, иди отсюда. Твою мать. Вы там где едете? Утырок. Где едете? Я на рампу верхнюю забираюсь. А, понял. У тебя еще только все впереди. Все впереди? Спасибо, что утешил меня. Второй круг. Круто. Я застрял, походу. Такс. Отлично, круг 2 из 2. Ептить, колотить. Ну это вообще не круто, я вам сказал. Давай, погнали! Я какого? О, геном, здорово! Ты четвертый! Что, блять, я знаю, что я четвертый. Что ты творишь? О, я сразу возрождаюсь. О, нет. Мы с тобой сейчас, походу, будем самым последним. Да, кстати. Ты че там? Изи второй, изи! Ту number, бля. Сука, на сайте все. Кто там стреляет, а? Так, хотя бы четвертый, хотя бы не пятый. Ну вы что, охренели, что ли? Я вообще ехал второй. А я, походу, прокосил. Изи, близи. Изи, лемон, сквизи. Ох, твою мать. Я второй, ой, пятый. Твою мать был... Сука, я был вторым. Нормально, пацаны там уже финишировали. Я еще нет, я сука еду. Ох, жесть. Я там всем... Стой, Виталь, ты какой? Второй. Не финишируй, дай место третьему, подожди нас. Я подумаю. Давай. Только ты знаешь, что будет, если мы увидим надпись «Юта Виталька финишировал вторым или третьим». Да. Ой, угроза, они там... Ой, там финиш прямо возле точки. Ясно. О, все, понятно. Ты понял, да? Ты понял, Виталька? Вы сами увидели. Тихо! Ты чё? Кто меня взрывает? Я там липучек понаставлял. Я что-то это, приофигел немножко? Ой, ору. Как я, блин... Стопэ. О! Какого? Вот это я сюрпризом оставил. Блин! Я перелетел. О, я не последний. А, ты тут. Что тут забыл вообще? Ну, давай. Приземлись. Тихо, нормально. Блин, не успел. Я не успел. Ладно, ребят, получилась такая вот серия по GTA-шечке. Я думаю, вам понравилось. Пацаны, вам понравилось? Мне понравилось. Нормально. Так что ставьте лайки, если вы хотите видеть лайкусики. Еще раз совместные видосики с Бериком, Жекой и Веталем. Короче, лайк за крутые гоночки рампы. Ну и давайте прощайтесь, пацаны. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Жека Гост. Я Сережа Берик. И я тоже самый Веталь. И всем пока. Всем пока, друзья. Пока, ребят.